И снова здравствуйте, мои дорогие зрители. Стою на крыше автомобиля. Ищем места с Андреем. Приехали по уточке. Опять же, по вашим просьбам, хотите посмотреть охоту. Выехали с Геркой, с Андрюхой на новое место. Идти далековато. Но утки тут должно быть побольше. Огромное болото. Пойдем сейчас вон на ту плесиночку. Сейчас посмотрим, есть там вообще утка, нет. Ну, что-то сидит. Маленечко есть. Плавает. Сейчас куда-нибудь под бережок залезем. В камышок. Встанем. И постоим. Мяша здесь очень такая глубокая. Очень тяжело идти. Гера, иди поздоровайся. Гера обнюхивает новую территорию. И что-то тут делает. Прохладно на улице. Днем еще как-то, а вечером прям прохладно. Андрей, он уже манками обвешался. Спрашивали, где мой финтрейловский костюм. Осенью я практически только в нем и выезжаю. Очень удобно, сюда залетает в карман две пачки патронов. А то и три можно почти засунуть. Не брать с собой патронтажи. Удобно их отсюда доставать. Патроны все те же. Искра. Раньше была, сейчас Сибирь. Бесконтейнерная, 32 грамма. А сколько это пороха здесь, Андрюх, не помнишь? Это... Сокола, 2,2. Стандарт. Я не помню, что на коробке написано. Ну, но я взял вот такие вот черненькие, они на сколько рублей дороже? Я не помню, на 2, по-моему. 42 рубля или 43 они стоят. Даже на 5 рублей, наверное, дороже. Не помню точную стоимость, но подороже они. У них уже нормальный порох. Вообще, смотрите, сюда почти две пачки зашло. И еще есть внутренний карман вот с этой стороны. Можно ложить еще в этот кармашек. Все, загрузился. Берем ружье, документы и вперед. Андрей МР-ку свою в пластик переобул. Номера-то еще видно у тебя? Да, вот. А я заклеил. А, заклеил, молодец. Сразу же заклеил. Она сейчас стала у него полегче. Вид, конечно, поменялся. Поменялся, но стало полегче. Ну что, будем заходить? И практичнее. Вот сейчас начнется самое интересное. Ну, видно, тут только коровы ходили. Что-то я человеческих следов-то и не вижу. Вон уточка летит. На выстрел почти была. Ну что, далеко не пойдем. Мы, наверное, сейчас вон в тот пятачок встанем. Андрей пошел вперед. Ну, утка здесь была, пока заходили, улетела. Хорошая плесинка здесь. Место, в принципе, неплохое, но собаки, смотрите, по самое пузо. А вода уже холодная. Что делать, Гер, будем? 5 минут потерпим, будем выходить. Тут не получится у нас постоять. И лодку сюда далеко тащить. По этой грязи. Давай, 5 минут постоим и пойдем на берег. Он уже зубы у тебя. Зуб на зуб не попадает. Стой, Гера, стой. Иди ко мне. Улетела утка. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Гер, ко мне. Хорошо. Хорошо, молодец. Утка летает. Ну, летает хаотично, где попало. Там камышом пройдет, тут высотой пройдет. Из-за спины резко вылетит. Сейчас мы ждем, когда она на ночь пойдет к берегу сюда с большой воды. Вон 3 штуки летит. С большой воды она все равно сюда на грязи, на берег пойдет. Камера, конечно, опять, как всегда, будет снимать плохо. Но я думаю, что-то мы наснимаем. Что-то все равно снимем для вас. Сейчас, Гер, если найдут, будешь... искать. Андрей смазал. Надо менять место. От Андрея они до меня не доходят. Есть, ребят, нифига расстояние. Смотрите, как падает. Падает, как вертолет. Как вертолет падает. Бамс. Собаку увидела. Вы представьте мне сейчас там ее гонять. Такое расстояние взяли. Ну, идет оттуда через Андрюху. Андрюха стреляет, и уже потом я. Все, что мне достается. Будем менять место. Хорошо, Гер, дай.
Пойду в сторону берега. Где-нибудь мы найдем. На грязи постоим, в камышках. Нам-то все равно. Мы-то уток все равно найдем. Герочка, дай. Ай, мой хороший, хорошо, дай. Гер, я здесь. Дай. Соксон, наверное. Гер, это соксон? Давай. Гер, я здесь. Давай. В руки. Хорошо. Это соксон. Ну, радует без пенечков, хоть и не жирный, но без пеньков. Андрюха, мы пошли ближе к берегу, а то тут глубоко для собаки. И дробь летит. Пойдем к бережку. Гер, рядом. Рядом, рядом. Сейчас где-нибудь вон прям сянем в траве в зеленую в той. Обоих взяли. Андрюха, добей! Падает, 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 падает. Два патрона было всего, не добрал. Вон он упал. Герм, дай. Дай, 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 дай. Сейчас пойдем доберем. Кряковая. Да, я сейчас схожу, заберу. Вроде упала. Нет, не кряковая. Что это, серая? Ну, я тоже видел, что комом. Все, не лезь. Лежит, да? Но потом заберу. Ну, вот как я и говорил, темнотой. Начала неплохо летать, особенно где мы стояли с вами поглубже. Там вообще хорошо летает. Ну, в воду мы не пойдем. Взяли две серых уточки. Вон они черки что творят. Андрюх, на тебя черки! Не косуй! Ко мне! Ко мне! Нельзя! Это не наши утки, стой! Наши еще прилетят, подожди. Гера, ко мне! Ко мне, ко мне, ко мне! Дай! Вперед, поищи там, поищи, поищи. Через Андрюху пропустил. Он ныряет. Поймал. Дай, 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 дай. Дай. Ой, хорошо, молодец. Дай. Крупная утка. Ой, умница. Гера, умница, хорошо. Хорошо. Хорошо, молодец. На травку ее. Все, ждем. Идет от Андрея. Две штучки. Дай. Ай, как хорошо. И стоим дальше, наблюдаем. Дай, 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 дай. Ай, Гера, молодец. Гера, молодец, вообще красавчик. Ай, умница, хорошо. Ай, хорошо, Гера. Хорошо, Гера, работает, хорошо. Ай, молодец. Ай, умница. И не отвлекаемся. Вот вы говорите поощрять собаку. Но он просто кайфует, когда бегает за уткой. Для него это просто кайф. Очень нравится ему ловить подранков, выискивать, подносить. Такая порода собаки. Вот еще один. Сел. Дай, Гер. И к нему еще один подсел. Ух ты, он еще и полетел! Ни хрена себе! Он еще и полетел! Вот это да! А, вон он сел! Сейчас Герка его догонит. Без ружья возьмет. Все, догоняет, догоняет, догоняет. Нырнул. Вы представляете, я в него попал, он взлетел, улетел аж метров, наверное, на 50, на 60.
Поищи там, поищи, поищи. Чё, поймал? Ай, молодец. Герочка, молодец. Герочка, красавчик. Дай, дай, дай в руки, дай. Ай, красавчик, Герочка. Я бы его ни в жизни не поймал, если бы он вот так вот взлетел и улетел в другую сторону. Ой, какие табуны. И все к берегу. Ой, две крупных. О, пошла, о, пошла. Показать бы вам это все. Я думаю, камера уже все не снимает. Андрюха мазанул. Ой, сел Чирок. Куда-то прямо вот сюда сел к нам. Я его не вижу. Взял одного. Вот она, Гера. Вот. Вот она. Пошли, я нашел уже. Рыбка прячется в траву. Ну, вся ровненькая уточка. Сейчас покажем вам общий итог, как всегда. Ну, лед сегодня такой плохой, никакой, я бы сказал. Летала как попало, где попало, на берег сильно она не шла. Где-то у нас здесь уточки лежат. Вот наш скрадочек. Опа! И вот еще наши уточки. Все, идем в сторону машины. Сегодня Герка себя плоховато вел. На большой воде, на этих плесах. Охота ему бегать, прыгать и играть. Че, Андрей, где-то же мы там заходили, да? Вот, ребят, мой результат. Что Андрей добыл, увидите у него на канале. О, сирички. Ну, нормально, единственное, сокс он только. Вот с таким большим клювом. Худоват. Оперение у нее типа что-то как у кряка. А это все сирики. Ну такие прям, знаете, ребят, уже можно прямо и на копчение, наверное, ехать стрелять на болотоходе. Андрей, он разряжается. Герка сегодня утащил у Андрюхи утку и спрятал в камышах. Утащил и спрятал. Бессовестный, вот он сейчас чистится, с болота вылез. Как я тебе повезу, не знаю. Ну что, на этом будем прощаться, мои дорогие зрители. Давайте. Всем счастливо. Всем пока.